Огородные дела. Рассказываем. Посадила петрушку и посадила укроп. Теперь у меня на этой площадке шпинат, петрушка и укроп. Выгнал меня с огорода. Ходит, прыскает всю заразу, пока у нас хорошая погода. Вот. Обновляет свой бачок прыскательный. Видите, у него такая длинная палка. И он ходит, прыскает. Показываю проделанную работу. Это значит, у нас обрезанная уже все хорошо груша. Два домика. Вот этот домик со слезами просил деда вот такой домик сделать. Хотя вот, пожалуйста, горка, домик. Внизу песочница. Нет, дедушка, сделай. В этом году надо нам обновить вот этот линолеум для горки. Поленюсь вам показать. Вот наша тоечка, которую мы пересадили. Клумбочка, маленькая клумбочка около дома. Вот тут будет роза желтая, елочка, виноград. Вот тут разные цветочки. А вот эту вот можжевельник, она тоже у меня растет как елка. Я ее так и пущу вверх, чтобы она у меня торчала. Можжевельник прижился, пересаживала осенью. Приготовила землю для посадки горького перца и сладкого перца. Семена я сама собирала и буду, конечно же, делать рассаду. Вида сладкого перца. Значит, у меня, видите, подарок Молдовы. Это среднеспелый. И перец сладкий медаль. Это у меня ранний сорт. Вот посадим два этих сорта. Видите, это я собирала уже сама. Подписывала. Вот, и буду сюда сейчас садить. В этой уже я посадила красный, что показывала перец. А тут будет у меня горький. Накрываем пленочкой наши семена и ставим в теплое место. А пленку снимем тогда только, когда взойдут наши росточки. Ждем. 6 часов вечера у нас. Видите, немножечко. Уже у нас прям, можно сказать, вечер. А люди, между прочим, гуляют. Потому что 15 тепла. Представляете? Здорово. А мы уезжаем. Едем в магазин. В ленту. Так красиво. Не гони сильно, то у меня телефон дрожит. Так красиво трасса на дороге. Люблю я. Вечернее, ночное. Да? Такая красота. Сейчас уже будем подъезжать в магазин. Ну, покажу вам кое-что. Вон наша лента. Муж подсказывает. Вот видите, лента. Ну, туда к ней еще ехать надо. Думаю, что-то увидели. Ребят, хотел показать, блин, как у нас это самое. Люди перестали. Ну, покажу немножечко. Это вот у нас кафе Баку. Такое красивое. А буду ехать обратно, покажу вам, ребят, это. Все, темнота. Пришла посмотреть шоколад вкусняшечки. Для диабетиков. Погрузили полтачки. И выезжаем. Едем домой, ребятки. Все. Надоели они. Мне только достала телефон. Хотела снять. Смотрю, унесется менеджер. Я думала, арестуют сейчас и руки скрутят. Ну все. Встретимся дома. Специально ездила за бедрами. Очень люблю бедра. Поэтому увидела, что сегодня они в акции по 162 рубля и решила взять. Еще взяла пупочков. Буду делать мясной хлеб. Я как-то уже делала, рецепт есть. Значит, ребятки, хочу попрощаться, сказать всем доброго вечера, спокойной ночи, мира, добра вашим семьям. А я буду работать. Надо снять кожу.
и помыть в холодильник отправить. Вот такая моя задача на сегодня.